Всем привет! Продолжаем бродить по городу Петербургу. Харламов мост. Тип конструкции арочный. Материал железобетон. Число пролетов 1. Ширина моста 22,5. Конструктор-архитектор инженер Жданов. Саперштейн. Архитектор Дмитриев. Открытие 1753-1934 год. Автодорожный железобетонный арочный мост через канал Грибоедова в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Соединяет Казанский и Спасский остров. Расположен на оси проспекта Римского-Корсакова, находящемся рядом с мостом в доме Валька. Поселился после приезда в Петербург в 1816 году Грибоедов. Многие исследователи творчества Достоевского считают, что именно этот дом послужил прототипом дома старушки-проценщицы в романе «Преступление и наказание». Выше по течению находится Львиный мост, ниже – Новоникольский мост, ближайшая станция метрополитена – Садовая. Название известно с 1764 года и произошло от фамилии домовладельца, статского секретаря Харламова. 13 апреля 1934 года мост был переименован в Комсомольский. Историческое название возвращено 4 октября 1991 года. В 1753 году на этом месте существовал деревянный балочный мост. В 1780 мост стал деревянным однопролетным, подкосной системы на каменных опорах, облицованных гранит. Мост неоднократно ремонтировался в дереве. В 1905 году пролетные строения моста были заменены новыми, с сохранением прежней конструкции. Технический надзор строительных работ осуществлял архитектор Бальди. В 1918 году мост отремонтирован, ширина была увеличена до 11 метров. Предназначен для движения автотранспорта и пешеходов. Проезжая часть моста включает в себя 4 полосы для движения автотранспорта. Ну вот так вкратце из Википедии про Харламов мост, который находится в городе Санкт-Петербург. Автодорожный железобетонный мост через канал Грибоедова соединяет Казанский и Спасский острова. Пока-пока, до свидания.